мы не изменяем традиции, которые уже около 15 лет. Первый раз в 2008 году ехали на горнолыжный курорт в Польшу, и нам порекомендовали это место перед Каунасом, Кармелово, где делают национальное литовское и белорусское блюдо, называется цепелин. Что такое цепелин? Это клёцки из стертого картофеля сырого, внутри мяса, а сверху поливается зажарка из сала и сметаны. И вот это название цепелин прижилось в литовской кухне с Первой мировой войны, когда линия фронта проходила именно через Литву, 15-18 год, и немецкие дирижабли летали бомбить Восточный фронт, и они своей формой были очень похожи на это блюдо. Блюдо до того сытное, что если съесть один цепелин, часа 4 вам точно не будет хотеться кушать ничего. Сейчас разрежу пополам. Вот. Цепелин.